Киеве сотрудник ГПУ за рулем служебной Тойоты устроил масштабное ДТП и разбил несколько автомобилей, сообщает страна ЮАЭ. Это произошло ночью. На спецлинию 102 поступил звонок от местных жителей. Прибывшие правоохранители обнаружили разбитую Тойоту Кэмри, но без владельца. Виновный скрылся. В автомобиле, правда, оставил документы. В том числе техпаспорт на имя Василия Базюченко, личного шофера заместителя генпрокурора. По версии полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне обнаружили недопитую бутылку пива. Горе водителя разыскивают.